Если относиться к ним как к подарку, то это не очень хороший подарок. Для меня, во всяком случае, он очень-очень приятен. И, наверное, большего и мечтать не надо. Спасибо большое. Спасибо. Больно! Бросили спасатели! Спасибо вам за показ, спасибо за работу. Мы показали то, чему учились. Не только за партами, но и в реальной, как говорят, военной боевой обстановке. Я рад тому, что нам на вооружение поступает все новая и новая техника. Вы осваиваете достойно. И именно это вы сегодня показали нашим гостям, нашим друзьям, нашим коллегам. Не только из разных ведомств, но и из разных уголков мира. Спасибо вам! Сегодня вы показали мастерство. Есть люди, те, которые показывают, но не умеют работать на практике. А вы те, которые на практике делаете лучше, чем показываете. Спасибо за работу, за службу, от всего, в том числе и от всех чест Республики Ингушетии. Спасибо. Командира специального батальона ГИБДД ГУВД по московскому прапорщика внутренней службы Сурина Олега Анатольевича, старшего инструктора пожарного специальной. Можете убывать по местам постоянной дислокации. Гонять! Сильно! Направо! Фу! По местам постоянной дислокации шагаем марш!